знаками препинания. Я выходил из комнаты в разряженное пространство, туда, где не ощущались ни минуты, ни часы, ни балансы, где были бессловесны и статичны все диссонансы и консонансы, и зависали в воздухе звучащие изнутри станции, мелькающие, проходящие силуэты, оставляющие ребусы знаки, дружно массами кочевали фальшивые чаты, а на другой стороне пунктирно сбивчиво танцевали сертаки, и происходящее все больше напоминало мне джаз-театр. Кто-то судорожно сплевывал мутную воду развернутые суждения, и приостанавливались спешащие в никуда движения, которые тянули за собою искусственные построения, заблуждения, отчуждения, умозаключения. Было что-то близкое мне в этой, на первый взгляд, беспорядочности, в этих неординарностях, в конечном итоге странности. Позади догорали четкие рифмы, смыслы, фразы, грани. По вечерам налегке я выходил из комнаты крайности в случайность.